Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка от любимого Василька. Очередной заказик пришел. Вот он. И сейчас мы его вместе распакуем, посмотрим, что я там заказала. Мне уже самой не терпится узнать. Я, конечно, знаю, что я там заказала. Уже вспомнила, уже посмотрела. Давайте же рассмотрим, что самое такое яркое, самое розовое, такое красивое, что я заказала, девочки. Заказала некоторые вещи для своей внучки Настеньки. И вот эта розовая курточка, мне прямо хочется, наверное, начать с подарков для внучки. Распакуем сейчас курточку и посмотрим. Смотрите, какая красота. Ой, какая красота. Здесь манжетик вязаный, внизу манжетик вязаный. Наверху тоже вот так вот вязаное горлышко. И на молнии курточка с кармашками. Вот эту курточку заказала я ей на весну. Так она выглядит внутри. Вот такие курточки там были разных цветов. Но мне вот этот цвет очень приглянулся. И я думаю, для девочки это то, что нужно. Куртка такая мягкая, хорошая. Заказала я рост 122. У Насти сейчас рост 116. Поэтому 116 размер я не стала заказывать. Уже немножечко она вырастет. Я уже ей следующий размер заказываю. К сожалению, Настя сейчас у нас в деревне гостит у бабушки, у другой. Поэтому померить она сейчас не сможет. Но я думаю, это будет как раз ей уже к весне в самый раз. Курточка отличная. Такая эмблемочка вот здесь. Бонита написано. Ой, прелестная курточка. Я бы себе такую бы тоже взяла, если бы был мой размер. Очень нравится. Куртка детская, модель ОР 062, розовый цвет. И стоит она 1425 рублей, девочки. Вот такая прекрасная курточка. Еще для внучки я заказала два платьичка. Ну, давайте посмотрим платьице. Платьице тоже я заказала размер на 122 рост. Тоже на вырост. Платье трикотажное полностью. Вот такое вот розовенькое платьичко. Сзади оно застегивается на пуговку. Пуговка тут с резиночкой. Коротенький рукавчик с такими воланчиками здесь. И вот такая юбочка. Вот такая. Вот тоже налито как раз платьичко, то, что нужно внучке. Так, ну давайте посмотрим. Модель PLD21. Пуф, трикотаж. Стоит 378 рублей вот это платьечко. Ну, вот на розовом фоне здесь такие вот, как беленькие барашки. Давайте рассмотрим еще одно платьечко для внучки. Так, ну тоже вот такой легкий розово-бежевый такой цвет. Легкий розовый, я не знаю, как его объяснить. Модель МТД-16, тоже на рост 122. В
стоит 364 рубля, но это уже называется туника, хотя выглядит оно как платьичко. Тут даже кармашечки есть. И вот такой вот рисуночек впереди. И коротенький рукавчик. Спинка вот такая. Ну, эта туничка, она вполне даже за платьице сойдет. В общем, туника-платье разобрать трудно. Где туника, где платье, да? Но мне кажется, тоже очень-очень хорошенькая такая модель для ребенка. То, что нужно. То, что нужно. Жалко, на стюльке нету рядом. Сейчас бы она покрутилась и посмотрела. Мы бы посмотрели, как это выглядит. Тут такие принцесски с коронками, с коронами. Я не знаю, это какие-то волшебные, волшебницы какие-то летают. В общем, хорошенькое платьичко, трикотаж, чистый хлопок. Вообще то, что нужно ребенку. Летом то, что нужно будет ходить. Ну, давайте теперь посмотрим, что я заказала себе, девочки. Так, заказала я себе рубашку в клеточку. Захотелось мне рубашку в клеточку. Размер 54 я себе заказала. Женская Александра, морская волна. Номер модели 0065962. Стоит 576 рублей. Давайте посмотрим. Это хлопок. Я чувствую, что это хлопок. И это такой, знаете, немножко как фланель. Фланель. Рубашка просторная. Рукав такой вот на три четверти. Здесь такой вот манжетик, но свободный манжетик. Без пуговиц просто. Разрезик чуть-чуть небольшой есть на манжетике. Воротник. Я не пойму, воротник. А, ну воротник обыкновенный. Так, она на пуговицах. На груди здесь у нас есть два кармана грудных. На пуговицах до самого низа. С боков немножко вот такая вот, знаете, как закругление идет небольшое. А сзади на спинке здесь планка и такая вот как выточка. В общем, просторная рубашка, я так понимаю, просторная. Ну, на какую длину она будет, мы узнаем попозже, померяем. Рубашка 576 рублей. Я ее буду мерить вместе с леггинсами или колготками. Заказала я девочке колготки кашемировые. Вот прямо то, что я давно хотела. Класс. Колготки называются «Твой стиль 81, 8103». Черный цвет. Модель 0064843. И размер здесь, девочки, 54-60.
теплые кашемировые колготки. И барашек нарисован. Прямо это то, что нужно. Колготки стоят 209 рублей. И сейчас я их распакую. Девочки, я очень надеюсь, что этот размер мне подойдет. Но он должен подойти. Я думаю, что маленьким точно не должен быть. Колготки тянутся. Но это колготки теплые. И их можно зимой одевать под брюки. Там под какие-то, под трико. Правда, действительно очень такие вот прямо классные. Очень нежная ткань, я не знаю, передать ее очень трудно. Здесь шовчик, вот где носок, есть один шовчик. Больше швов никаких нигде нет, на пятке шва нету, бесшовные. Здесь они идут. Наверху два шва идут на сзади, сзади два шва и один впереди шов. И здесь треугольник вшит. Так, резинка такая, девочки, широкая, и она такая вот, я не знаю, как ее даже описать. Но она прям такая вот, никак не вдетая, а прямо на колготках такая классная. В общем, мне нравится прям, честно говоря, то, что я вижу, мне нравится уже. Так, здесь где-то картонка. В общем, классные, классные такие, большие, хорошие и теплые. Теплые, то, что нужно колготочки, то, что я хотела. В общем, колготки, как я сказала, 209 рублей. Мне кажется, это нормальная цена, это прям хорошая такая цена. Классные, классные. Еще, девочки, я заказала леггинсы. Заказала я черные и серые. И заказала разных размеров. Потому что, честно говоря, леггинсы я не знаю, какие на мне будут лучше, комфортнее сидеть. Черные леггинсы 56 размера. Это даже не черные, они темно-синие. Леггинсы стоят 311 рублей, и этот размер, и тот. Этот цвет темно-синий, сверху резинка. Внизу манжета нету, просто вот так сделано внизу. Те леггинсы, которые мне подойдут по размеру, я оставлю себе. А если мне какие-то леггинсы не подойдут по размеру, то я их подарю кому-то из своих близких людей. Темно-синие леггинсы — это 00-68-138 модель. А леггинсы серые — это светло-серый цвет 00-65-961, 54 размер. Раскроем, посмотрим. Четвертый вот такой размерчик, тоже вот видите, брючками. На ощупь хлопок,
Но здесь, конечно, для того, чтобы они тянулись, естественно, нитка еще вставлена. Но здесь я 80%, думаю, хлопок. И остальные там 20%, скорее всего, это вот лайкра или что-то такое, что тянется. Чтобы они тянулись. В общем, померим, посмотрим. 311 рублей. А еще, девочки, заказала я себе вот такую вот цветную толстовочку. Посмотрим. Женская толстовка ТЖ-17. Это номер ТЖ-17. 54 размер, стоит 1002 рубля. В общем, 1000. Вот так вот она выглядит. Впереди молния. Захотелось вот такой расцветки какой-то, вот почему-то. Резиночка, манжет на резиночке внизу. Внизу она без манжета, прямой крой идет. Застегивается под горло. Так, и что у нас там внутри? На поясе здесь веревочки затягиваются. Пояс можно затянуть. Это футер, но он без начеса. И вот он такой прямо хлопковый-хлопковый. То есть это здесь вообще хлопок, по-моему, идет 100%, мне кажется. Ну, по крайней мере, на ощупь так. Внутренние кармашки есть с двух сторон. В общем, оригинальные расцветки. Мне что-то нравится вот это дело. Я надеюсь, она мне подойдет и понравится мне в носке. В общем, надо будет померить, девочки.
Ну и еще, девочки, я заказала сорочку. Если я не ошибаюсь, эта модель похожая у меня есть, только другой расцветки. Давайте раскроем, сразу посмотрим. Уже не терпится посмотреть, то или не то я выбрала. Наподобие этой сорочки у меня есть тоже с жирафом. И у меня их даже две разных цветов. Но такой расцветки у меня нет, во-первых. А во-вторых, этот размер я заказала 54-й. Да, 54-й размер. До этого у меня был размер 50, потом 52 я брала. Сейчас я взяла уже 54-й, чтобы она была попросторней. Вот здесь впереди кнопочки. Кнопочки такого же цвета, как сам основной фон. Вот эти вставочки. Вы знаете, это самая такая вот любимая моя, честно говоря, сорочка. И эту сорочку можно даже вполне носить как тунику по дому. Я в ней хожу, могу ходить целый день. В общем, нравится мне эта расцветочка. Вообще этот фасон, эта модель очень такая прям классная. Женская сорочка на кнопках застежках SN18A стоит 443 рубля. Девочки, ну, цена, я думаю, что не такая уж большая, но для такой сорочки это просто сорочка, просто супер класс. Вот я вам хочу сказать, это уже третья сорочка вот этой модели я беру. Они есть разных цветов. Ну, и у меня тоже они уже теперь есть разных цветов. Все цвета очень нежные, нежно-розовый, нежно-голубой. Такой милый жирафчик нарисован. В общем, классная. И она прям приятная по телу. И сам фасон такой удачный. В общем, симпатичная сорочка. Вы меня в ней еще увидите точно. Сейчас я померю, посмотрим, как она на мне сидит. Ну вот и все, мои дорогие. Все свои обновочки я вам показала, все покупочки показала. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Проходите по ссылочке, посмотрите, что-то обязательно найдете для себя и для своих близких. Скоро уже будут праздники, и 23 февраля, и 8 марта. Выбирайте покупочки и для себя, там мужские, женские есть вещи, и детские вещи, постельное белье, полотенца, много всего интересного есть. Заходите, посмотрите, обязательно что-нибудь для себя подберете. Ну, на этом я свое видео хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока!